Друзья, в продаже Mazda CX-7 2008 года. Три собственника, оригинал ПТС, тачка от официального дилера. В отличном состоянии. Салон на тряпке. Также хорошо выглядит весь. Подогрев сидений. Мультимедиа GVC. С Bluetooth. Пробег автомобиля 145 тысяч. Электропакет. Мультируль. Все как положено. Из недостатков данного автомобиля это, наверное, будет вот такая вот царапина на левой пассажирской двери. Несколько сколиков на капоте. И, наверное, маленькая еле заметная царапинка, мятинка на правой двери. Автомобиль выглядит круто. Поэтому все, кто заинтересовался данным авто, мы ждем к нам на тест-драйв.